Всем привет! Вы на канале Zeus News. Все мы помним энергичную, любопытную и милую девочку с ямочками на щечках. Этот ребенок с ангельским лицом до сих пор у нас перед глазами. Актриса Анастасия Зеркалова прославилась еще в раннем детстве. Эта милая девушка запомнилась зрителям в картинах «Аврора» и «Женская интуиция». Еще в детстве к девочке пришла слава. После этого актриса на некоторое время пропала с экранов. Анастасия родилась в 1991 году в Киеве в семье чемпионки мира по спортивной гимнастике Оксаны Амельянчик. Папа девочки в свое время окончил Киевское военное училище, однако служил недолго. В 90-е годы он ушел в бизнес. Мама девочки рассказывала, что ее дочь росла чрезвычайно подвижным и любознательным ребенком. Девочка занималась плаванием, посещала модельные курсы, а также успевала изучать английский и немецкий языки. Кроме этого, Анастасия очень любит фотографировать. Часть гонорара за роль в фильме «Аврора» Зеркалова потратила на цифровой фотоаппарат. Девушку часто можно увидеть с камерой в руках во время отдыха или подготовки к спектаклям. Однажды юная актриса попала на кастинг киностудии «Байрак». Это событие кардинально изменило ее жизнь. Впервые девочка сыграла в кино, когда ей было всего 10 лет. На кастинг, который проводился в киностудии, Настю привели родители. Девочку сразу выделили среди множества претенденток и утвердили на роль в фильме «Сон в зимнюю ночь». Анастасии досталась роль девочки Ляли. На съемках ей довелось поработать с такими известными актерами, как Валентин Гафт, Ольга Кабо, Ольга Погодина, Любовь Полищук. Все актеры очень тепло отзывались о Насте. После дебюта в кино девочки снова и снова предлагали новые роли. К счастью, Настя не стала, как это часто бывает, актрисой одной роли. После первого фильма, принесшего ей известность, были и другие работы. Казалось бы, девочке должно было тяжело справляться с ролями, ведь актерская профессия нелегка даже для взрослых людей. Но Настя с легкостью справлялась с поставленными задачами. Сейчас она вспоминает, что ей невероятно нравилось играть совершенно другого человека. Наверное, именно тогда девочка поняла, чем хочет заниматься в жизни. Настоящая популярность пришла к Зеркаловой после роли в картине «Аврора». Сегодня актриса более известна под именем Настасья Зеркалова. Девушка продолжает жить в Киеве, сниматься в кино и играть в театре. Неудивительно, что снявшись в нескольких фильмах, Настя уже не сомневалась, что хочет стать актрисой. В 2016 году она с отличием окончила Киевский театральный университет имени Карпенко-Корога. Кстати говоря, актриса проявила себя и как талантливая театральная актриса. Ее игру можно увидеть на сцене Киевской академической мастерской театрального искусства «Созвездие», где на сегодняшний день ею сыграно уже 7 ролей в различных спектаклях. В общем, Настасья уже выросла и стала прекрасной молодой актрисой. В 2015 году даже сыграла роль во втором сезоне «Нюхач». 3 года назад она начала работать с детьми в танцевальной группе. Молодая актриса ведет очень активную жизнь и радует поклонников фото со своих звездных будней. На сегодняшний день девочке Маше уже 29 лет. Анастасия Зеркалова не любит распространяться о своей личной жизни и семье. Актриса хочет быть публичной личностью исключительно в плане карьеры. А вот дела сердечные она совершенно не желает и не планирует афишировать. Но многие уверены, что такая красивая девушка не может быть одна. Мы запомнили ее маленькой робкой девочкой, но теперь Анастасия красивая и прекрасная женщина, которая явно любит камеры. А поэтому будем ждать премьер с актрисой в главной роли. И, конечно же, желаем ей успехов. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Всем пока!